Какая продукция и из каких районов представлена на ярмарках Самары? Какие привилегии у продавцов на ярмарках по сравнению с другими? На каких условиях можно стать продавцом на ярмарке? Что требуется от сельхозпроизводителя? Смотрите программу «Город С» 8 ноября в 18:15. Гость в студии – заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли городского округа Самара Игорь Ларионов.